посмотрим, как сможем мы быстро с Личом разобраться. Главное, не давать ему перерождаться. Так. Так. Что мы тут можем? Лич у нас при смерти дает атаку случайному союзнику. Четвертый ход дает перерождение союзникам. И каждый шестой дает урган способность. В начале хода получает 16 урона за каждого соседнего героя. Давайте тогда начнем с белых козырей. Да, не за что. Обращайтесь. Так, сама она умирает, эта жабка. Лишь смертушка. Так, вот есть дракончик у нас такой. Угу. В принципе, мы его убиваем, так что у него очень много тут существ на перерождении. Угу. 16 за каждого врага. Убивать его надо, он умрет, конечно, но вот вопрос, успеет ли он дать перерождение. Да, успел дать перерождение, засранец. Сейчас придется тратить лишние ресурсы, еще и урончика дополнительного получим. Так, те сами умирают, нам главное этого убить. Угу. Давайте жабок, наших акулок поставим, посмотрим, что еще мы можем здесь взять. Давайте вот так вот. Больше перерождений у него в этом случае точно быть не должно. Да. Уже нормально. Так, сейчас мы урон это наполучаем. Но не так, чтобы и много. Порезать им атаку. Можно, в принципе, конечно, порезать атаку. Чтобы еще немножко урона. Вот сейчас дал он нам по 16 урона каждый ход, мы будем получать. Да вот я тоже думаю, что, по-моему, как мне помнится, не было у него зармыта. Так, ну дадим в этот случай так. Эти сами умирают. Нам нужно перекрывать вот здесь вот, либо нанести просто доп. Урон. Давайте вот так вот пока попробуем. Да, эта смертушка умерла. Здесь мы пока стоим. Угу. Перерождением. У него много очень существ с перерождением. Да, сейчас. Вот я тоже помню, что, по-моему, зармыта у него как раз и не было. По-моему, зармыта у него как раз и не было. Так, этого мы сносим. Этот сам помрет, да? Ага. Не получилось у нас оставить без существ. Так, он умирает. Он умирает. Его мы забираем. Тоже, блин, вот почему здесь не отмечается вот автоматический значок на перерождение, блин? Ну что мы тут можем, доп. Урон только нанести, да? Этот умрет, это останется, и это останется, ему хватает. Ну давайте да просто урона побольше нанесем вот с этой, блин, жрицей, конечно. Да, и Зарма неприятно то, что да, конечно, у него появился, насколько я помню, зармыта у него как раз и не было, действительно. Так, ну таким макаром мы, блин, сейчас 3 попытки на этого засранца потратим. Так, так. Давайте так начнем. Вампиризм 13, блин. Так, он на руне, на руне. Соответственно, сам помрет. Тогда давайте цветочек, наверное, поставим тогда. И сразу же Зарма идет. Здесь можно и так, в принципе, отдать. 2 хода. Отлично. Этих мы сейчас убьем. Какому вот он дал перерождение? Вот как я должен догадаться? Перерождение, хорошо. Так, кому тут надо брать, чтобы напрямую убивать, потому что иначе
перерождение сработает, это будет плохо. Так, дракона тоже получается перерождение. Не есть хорошо. Взрыв 12. Так, это сама тварь умрет. Здесь надо его по-любому выводить на перерождение. Давайте вот так тогда. Пока. Урон пошел все-таки какой-никакой. Да, он переродился. Это умирает. Угу. Так, три хода нам до перерождения. Пока живем. Блин. Охренеть. Вот из-за этой твари, которая переродилась, блядь. Сука конченая, блядь. Просто пиздец. Ну хотя бы так. Пока живем еще. Ну, конечно, то, что у него 80 тут уже. Угу. Доп атака нет. Давайте вот так вот сыграем тогда. Прикроемся стрелком пока. Угу. Здесь опять так же сделаем. Да, он переродится, но... Блин, перерождение. Твою ж мать, блядь. Как все по таймингу-то идет, блядь. Спасибо, спасибо, дружище. До хилуса, дальше хз. Ярослав, привет. Ну, блин, вот... Что вот сейчас боссы пойдут, просто, ну, крайне неприятные. Вот ненавижу я, что лича ненавижу. Что вот этого полупокера, блин, следующего. Так, раненому врагу. Раненых у нас нету. Отдать. Отдать его, 21. Хорошо. Пока хорошо. Живем? Вроде живем пока, да. Так. 92. Раненому. 54. Давайте тогда убиваем его. Прикроемся немножко. Этот сам умрет. Нормально. И 10 случайному врагу. При убийстве. Отлично. Ну, с полтинником он нас добивает, я так понимаю. Нет? Нет, еще живем, смотрите-ка. Хорошо, тогда урона можно пронести, попытаться. Но все равно нам не хватает. Чуть-чуть не хватает. Блин. Вот это самое обидное, короче. Вот пятнашка это, блядь. Попытку тратить только из-за пятнашки. Капец, блин, обидно. Твою мать, 15 хп оставили, блин. И придется потратить попытку. Ну, блядь, очень обидно на пятнашку сраную не добили. Ой, ну тут... Кто тут у нас послабее? Давайте ей добьем. Ладно. Три сундучка забираем. Кто у нас упадет? Ну, неплохо, кстати. Лолипоп. При появлении союзника исцеляет варлорда. Атакован. Дает регенерацию союзникам вокруг себя. Ну, цена она в основном все-таки тем, что если что, можно с нее карточки перекинуть на мидевятихвостую лису. Она уже более полезна. Ладно, проходной. Так, это у нас Афродита будущее. То бишь богиня любви. Сработал блок союзника, исцеляет на 14 союзников ближнего боя. Призывает 2 пентаграммы плюс 6 атаки на союзные клетки. Ну, тоже не так плохо. До 11 ее довести. Увеличится пентаграммки, увеличится исцеление. Ну, статы, как у всего, в принципе, порядка. Стрелков довольно низкие. Показатели здоровья, ну там они за набафы идут. Так, а вот и если эволюционировать ее в Афродиту, то это уже интереснее.
То есть в конце хода наносит урон вражескому варлорду, но опять же, надо хотя бы на 11 ее выводить. В начале хода исцеляет на 88 случайного раненого союзника, и в конце хода 2 пентаграммы 51 на союзные клетки. Так, ну и третий. Это у нас будущий Линьшао, пьяный мастер. Атакован союзник порядка, дает блок 13 союзникам и щит судьбы у него. Ну, на 16-м вот 38-126. Привет, Фредди. Да, ну что, можно в принципе потратить разок на Хиуса. Не уверен, что, конечно, далеко я пройду. Ну, давайте за 40 одну попыточку все-таки купим. Хотя бы посмотрим, что у нас сейчас тут творится. Так, пентаграммы раскидали. Не так, чтобы прям супер встали они. Ну, начнем вот так вот. Ну, понятно, мертвый лорд сразу же. Он у него, по-моему, такое впечатление, что автоматом просто на меня вылетает. Так. Этот себя убивает. Порядка нету пока. Так, давайте Блада отдадим. Не шибко он у меня прям прокачан. Вот против таких вот, блин, хорошо бы, блин, тотем Цезаря. Ну, тотема нет. И, соответственно, ничего нет. Так, этого убили. Этот умер, этот умер. Так, здесь что мы можем? Можем, в принципе, вот так вот сыграть. Нам это не страшно, у нас здесь хаос. Тот сам умрет. Так, наносит. Работал блок, наносит 17 случайному врагу. Нам это, к сожалению, не подходит. Так, взять Чупакабраса. Да нет, наверное, пока. Так, в конце хода накладывает промах на случайного врага на один ход. Ну, давайте попробуем. Так, хорошо. Есть у нас еще попыточка. Давайте тогда вот так вот. Ой, вот сейчас его разгонит-то как хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь атак. Ну, не убивай его, пожалуйста, с первого хода. Пожалуйста. Вот, замечательно. Делаем тогда вот так вот. И мы сейчас хорошо урона на самом деле пронесем. О, топорик разогнался вообще замечательно. Жалко, что сейчас мы, конечно, помрем. Но хорошая попытка была. Очень хорошая попытка. Так, какой смысл во второй ряд ставить? Что дает такая расстановка? Что ты имеешь в виду во второй ряд ставить? Что именно? Так, хорошо, у нас первая попытка Хиуса зашла на 1200. 1215. А, ты имеешь в виду то, что я поставил этого с промахом, которого... Да хрен его знает, ну... Просто так поставил, что мог бы и на первую клетку ставить. В этом не было никакого скрытого подтекста. Так, ладно, пока тогда оставим Хиуса в покое. И пойдем, пройдем арену богов. Арена богов у нас природа в своем первобытном величии. И быстро занимайте арену, призывая героев. Ну, стандартная, в принципе. Которая чаще всего, к сожалению, встречается. Лорда во второй. Так. Да, сейчас, Фредди, давай закончим с ареной богов, чтобы у нас уже
к этому не возвращаться. И пройдем тогда потом этого Хиуса. Просто там, возможно, это вот очень хорошая попытка была на самом-то деле. А так, возможно, придется там потратить и поболее изумрудиков. Не всегда так хорошо заходит, скажем так. Так. Тут мы что можем? Тут мы можем троих снести, ее убить. Раз, два. Ну, мы и своего, правда, сносим. Ну, по-хорошему, зайдет. Все. Снесли мы Титанию. Неприятный крайний герой. Понятно. Шипики, значит, идут у нас сейчас. Шипики. И, наверное, вот так вот мы поставим. Так, по восьмерику он наносит. Ставит лучниц. Они, конечно же, да, встают так. И в первый ряд он сейчас кого-то поставит. Да, логично. Логично, аналогично. Так, этот умер. Умер. Только заразился, зараза. Блин, очень много урона. Очень много урона. Давайте тогда вот так вот сделаем. Не самый лучший расклад, но деваться-то и некуда. Так, что мы здесь можем? Здесь мы можем, в принципе... Так, перед атакой врага дальнего боя исцеляется на 6, отравлено на 13. Ну, давайте тогда пока так. Все, померло. Сейчас попытаемся переломить на последних секундах. Так, 25 у нас здесь. Десятку мы наносим. Чуть-чуть мы ее не добрали. Так, 23. Блин, хватает. Хватает, чтобы убить. Ну, засранец, блин. Вот четко копейка в копейку вошло. Так. Топор. Смотри, у топора есть такая фишка, как... Сейчас я его найду и покажу. Топор. Хаос ближник. Топор, короче, апает себе атаки за счет того, что выходят мертвячки. Ну, при появлении героев хаоса, включая себя, получает дополнительную атаку. Это распространяется как на своих героев, так и на героев врага. Соответственно, он у меня и нахапал атак от того, что он бил этого кренделя, а тот вызывал мертвячков, соответственно, атаки апались. Жалко, вот еще бы... Ход он один простоял, и мы бы выиграли партию в один, ну, за один заход. Вот, в этом плюшка топора, и я его и ставил спецом. Я просто думал, что он его законтрит после первой же темы, но удачно встал топор. И, соответственно, нанесли много урона. Нет и слом, промокодов новых нету пока, к сожалению. Пока промокодов новых нет. Так, ну а мы... Возвращаемся заканчивать арену богов. Надо за зверя сначала победить. Так. Что у нас здесь? Ну, давайте в этот раз вот так вот начнем. Посмотрим, что он поставит. Понятно. Я все понял. Так, тогда ставим шипы. И ставим вот так вот. Темчики. Ну, можно и поставить. Кстати, неплохо встали. Не самая худшая вообще расстановка тотема. Жалко, конечно, помрут они все тут, но... Так. Пока поле за нами. Убивает он нам лучницу, да, нашу мини-драгару.
Нам тут надо закрываться. Закрываемся, соответственно, и продолжаем дамажик. В принципе, у нас сейчас все четыре перекрыты. Ну вот, единственное, что не судьба была вот сюда, конечно же, поставить хотя бы одного. Так, подлечились. Ну и добиваем его тогда. Все, победили. А он, да, он может бить, сколько ему набафает, столько и будет бить. Так, ну хорошо, хорошо. Рыцарь тьмы, недавно мне выпало вот этого призыва праздничного. Не было у меня его до этого. Ну, тоже 500 карточек нападало, неплохо. Можно будет и Черномора вкачать, и его подкачать потом на очередном росте до небес. Ладно, пошли теперь за Адама играть. Будем побеждать за Адама, я надеюсь. Языческие боги тебе не помогут. Так, здесь... Ну вот если у него сейчас еще и ядовика не найдется, то в принципе это будет автовин. Ну посмотрим. А, понятно. Автовина не получилось. Как мне тут теперь лучше? Давайте вот так вот. Хватает, да, хватает как раз. Жалко, конечно, что не прокатило сразу так победить. Жалко, жалко. Шипики. Шипики, это нормально. Ну, мог бы сюда-то хотя бы одну кинуть. Придется вот, блин, отдавать сюда теперь. Так, ну ладно, прикрылись немножко. Сейчас он, правда, опять лучницу убьет. Так. 4 за каждого союзника вокруг тебя. Давайте тогда пока так отыграемся. Ставить он тотемы. Ну, два в первый ряд, ладно. О, вот так он даже решил. Потому что сейчас он отравит мне мужичка. Атака упадет. Так, если я его сюда поставлю. Пятнашка осталась. Блин, а где эту пятнашку взять? Ну все, тогда это победа, значит. 45 нам хватает и 17. Все, победили. Хорошо. Так, что нам дадут хорошего? Завершили мы арену богов два раза. Ну, неплохо. Рассветное дело, будущее остро. Копится потихонечку карточки и хорошо. На 11-м 38 на 70 в конце хода наносит пятнашку каждому мужчине. Ну, не так плохо. Так, сейчас заберу это сразу. Сделали. Так, ну и хотите Хиуса добить? Давайте попробуем добить Хиуса тогда, если получится. Потому что с Хиусом не всегда все так просто. Давайте вот так вот даже, наверное, сову поставим. Она у нас прикрыта немножко. Блин, сейчас он опять своих навыпускает, чертей. Угу. Идее, надо его сливать. Давайте вот так вот сделаем. В принципе, при появлении он должен давать бабл. Да, бабл он дает. Не совсем туда, куда хотелось бы, но... Тем не менее. Блин, ну еще и отвратительно, конечно, стали у меня. Так он превратит. Не очень, конечно, приятно все это выглядит. Не очень приятно. Да, он его превращает, убивает.
Убиваем его. Этого убиваем. Здесь нас добивают. Хорошо. Давайте поищем, что у нас вообще есть. Есть у нас топовый наш герой, вообще самый. Это мясник. Но здесь, к сожалению, не шибко он зайдет. Угу. Ну, давайте там пока этого убьем. Все-таки мертвого лорда по-любому надо убивать. Жалко, что по нему уровень не прошел. Так, все, с этим разобрались. С этим разобрались. Что у нас тут есть? Ну, пока вот так вот попробуем. Пока мы еще живем. 80 урона нам пока, в принципе, ну, не так, чтобы шибко страшно. Сносит он Аполлона нам. Неприятно. Крайне неприятно. Тогда давайте вот так вот. Оставим ему 200 хп, эти сами умрут. Да, сделал он ему по одному хп. Но мы пока живы. И у нас 74,86, 24, 170 урона. Ну, тогда вот так. Добиваем его. Хорошо, зашло. Получаем свои 42 карточки. Аматерасу. Не самый нужный герой. Но пусть будет. Ну и все. Следующий босс будет доступен через 20 часов. Соответственно, пока мы закончили. На Хиуса потратить всего лишь 80. Я крайне доволен. Просто. И все. Это победа. Ну вот. На такой ноте давайте сегодня и закончим. Да, сегодня только часок подстримили, но много дел с утра было, поэтому сейчас уже не могу, к сожалению. Завтра часиков в 12, у кого будет желание, подходите, продолжим лигу, продолжим яму, ну и будем потихонечку готовиться к событию. Ну а сегодня, ребят, всем, кто был, я вас благодарю. Ну и все, на сегодня все, пока-пока. Пока.